Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я буду продолжать снимать GTA San Andreas. Как же долго ее не было. Очень долго ее не было, и да, это плохо. Что-то у меня с микрофоном, так-то он нормально, но он, кажется, чуть-чуть тиховат стал, так что мне приходится поднимать свой голос в программке кое-какой. Снимаю это я Фрапсом, а вот приходится поднимать голос не Фрапс. Вот. Кстати, Фрапс у меня лицензионный, слава богу. А то, если у меня была пиратка, то была надпись www.fraps и как-то так. Так, ну вот я гоню на полицейской машине. И давай. Нет, не врезался. Со мной, кстати, коп каким-то образом. Фак. Вот его видно здесь. Надо опять опции, настройки контроллера. Вернуть в исходную. Вроде да. Да, вот, поворачивается. Надо чуть-чуть остановиться. Вот, коп сидит. Правда, его здесь не так видно. Ну ладно. Вот так его хорошо видно. Ух ты. Огроменная машина. Ну, я думаю, просто поезди и как всегда, в принципе. Что-то они все тут какие-то сбешенные. А код я никакой не вводил. Просто зашел GTA San Andreas и... все. И фак. Врезался я в знак, а коп не хочет даже... Нет, не хочет даже выходить. Ну-ну, это все. Капот оторвался. Все прижимаются к обочине. Мне сейчас придется вон туда прыгнуть. Надеюсь, это будет круто. Нет. Ну, двухколесный Джо. Хоть что-то. И давайте здесь прыгнем. А, ну уже не получается. А нет. А, коп вылез. Ну, в принципе, я могу вылезать. Точнее, переворачивать машину. Как в GTA 5. Только не знаю, почему. Так, ну... здесь обычная внедорожная дорога. И больше ничего. Кстати, серия получится всего лишь где-то в 10 минут, потому что... ну, сейчас... это обрабатывается долго, тем более компьютер лагает и все такое. Тем более еще приходится какую-нибудь музычку накладывать. Там, например, как вот я на Гаррис Мод там картинку наставил. Это заняло еще плюс час обработки. Так что одна картинка час обработки еще добавляет. О, а что такое еще накладывать музыку? О, это еще дольше. Пока найдешь, каким зрителям нравится музыка. Пока это поставишь. Пока она будет ставиться. Потом еще обработка будет занимать полгода. А еще Фрапс это сначала 360 качество, а потом 720. Это тоже как бы плохо. И кажется, я уже не смогу перевернуться, как в GTA 5. Только приходится выходить, да? Да, приходится выходить. Все, погнали. Это мой мотоцикл, отдай. Давай, скотина. Ух ты, скотина, а. Отдай. Да не надо за ним бежать, тупой. Ну все, капец. Ну все. Придется только Рокетмен писать. А я его уже не нагоню. Ну, сейчас преследуем что-нибудь еще. Да, уже все, капец. Да, давайте на самолете полетаем, только как я тут взлечу. Надеюсь, получится. РК. Нет. РК. О. Самолет.
Так, жалко, что тут нет кодов на вертушке. Или они есть, просто я нигде не находил. Это камера. Ну все, уже загорелось. Не успел попытаться взлететь, уже загорелось. Капец. А, у меня нет еще парашюта вдобавок. И бомбани. Не хочет. Ну и фиг с ним. Попытка номер два. А, бомбанул. Слава богу. О, приветик, приветик, приветик. Давай, дай. О, господи, сейчас он еще драться будет. Да иди ты в жопу. Господи. Ах, что достал. Садись в байк. Тупой нафиг. Чувак, тогда я сейчас пропишу код, и у меня будет крутое оружие. Ну, ты сам, конечно, просился. А, ну там твой байк уже. Сейчас я код пропишу, тогда ему будет капец. К, G, К, С, З, П, G. Ни хрена. К, G, К, С, З, П, G. На второй только раз сработал. И это у нас будет снайперка. Хотя нет. О, огнемет. Ну, здоровки. Давай, давай, гори, гори. Нет, да ты достал. Нет, спасите. Все, вот так тебе. Вали отсюда. И мотоцикла нет, да? Есть, слава богу. Не зря воевал. Йо. Ну, фура вообще наглая, да? Огнеметик. Помоги мне. Зажги все, что есть. Так, садимся на байк или что это такое, мотоцикл. Что это? Или скутер. Вроде мотоцикл, точнее скутер. Не знаю. Я могу стрелять, опять же. Санчес. У-у-у. Охрененно. Никогда я, кстати, еще в GTA San Andreas Санчеса не находил. А он, кстати, быстро гонит. Круто. У него даже, о, ароматизаторы видны. А у некоторых мотоциклов стоит специальная это решетка. Точнее, не решетка, а... Ну, короче, защита железная. Как у великов около цепочки. Ну, я думаю, кто преобладает великами, поймут. Давай, только не в них. А, у меня есть великолепная идея, кстати. Надеюсь, она не пропадет даром. Так, как мне это сделать? Ну как? Ну я думал, блин. Где встречка? Мне вообще встречка нужна. Лох. Ух ты, джип какой. Короче, все стало понятно. Придется делать вот так. Фак. Ну все, на этом, я думаю, сейчас подождем и будем заканчивать. Я думаю, хотя бы 7 минут это получилось. Наверное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Олег. Удачи. Всем пока.